Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает о том, что бойцу-богатырю из Самары доставят обувь 52 размера. В ходе прямого эфира 20 декабря губернатор Дмитрий Азаров рассказал о том, как идет отработка обращений жителей Самарской области, которые поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и во время прямой линии главы региона. Так, волонтеры просили губернатора помочь с экипировкой для бойца СВО. Военнослужащему были нужны сапоги 52 размера. Их можно сделать только под заказ. Дмитрий Азаров рассказал, что изготовлением обуви уже занялось самарское предприятие, однако придется ждать специальные колодки. Поэтому для скорости бойцу закупили сапоги у компании из Тулы. Обувь уже отправили. Департамент городского хозяйства и экологии Самары в телеграм-канале сообщает, что подготовка к Новому году в городе вовсю идет. Для тех, кто не успел написать заветное письмо Дедушке Морозу на Маяковском спуске Самарской набережной, начала свою работу новогодняя экспресс-почта. Опустить письмо в почтовый ящик сможет каждый желающий уже сегодня. Новогодние бланки для писем жители и гости Самары могут получить в пунктах проката. Успейте загадать желание. Телеграм-канал администрации Советского района сообщает, что общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию» реализует проект «Все для победы». Фонд «Все для победы» занимается поддержкой воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик, сбором пожертвований и поставками гуманитарной помощи, которая поможет им выполнить очередную боевую задачу, и размещают QR-код, по которому можно поддержать участников СВО.